детективу Игорю Лукину пришла его давняя знакомая, врач-педиатр Роза Львовна Кудинова. Вчера сижу, заполняю карточки. Входит девушка с ребенком. Симпатичная такая, мальчик лет 4. Угу. Глаза поднимаю, мамаши уже нет. Я за дверь, никого. То есть? Ну, спрашиваю ребенка, где твоя мама? Он говорит, не знаю. А из кармана у него записка торчит. Ну-ка, что за записка? Спрячьте Сева у себя, я его заберу, скоро. Пожалуйста, не обращайтесь в милицию, Сева, меня могут убить. Лихо. Да это еще не лихо. Вот смотри. Морда бандитская, да, страшный, просто кошмар какой-то. А это вот сегодня, иду по коридору от главврача, слышу, мужчина какой-то медсестру спрашивает, не видела ли она такого и такого. Я поняла, что про Севу из маму спрашивают. Ну и щелкнула из-за угла тихонечко. Стоп, стоп, стоп. А Сева-то где? Да у меня, где же ему быть? Я главврачу сказала, он говорит, милицию иди. Ну, он прав, конечно, хотя... А если в милицию пойду, они же в приют оформят? Конечно, оформят. Ну, жалко. Мальчик вчера заснуть не мог, плакал. Хорошо, давайте договоримся. Пока Сева побудет у вас, пока мы будем искать эту пропавшую мамашу, но если что, сразу в милицию. Ну, и что мы имеем? Фотографию якобы предполагаемого отца... И показания свидетеля, который еще с горшка не слез. Да свидетель-то отличный. И речь хорошо развита. Да? Ну и что говорит этот отличный свидетель? Он сказал, что они с мамой от папы сбежали. Папа пьет, мама бьет. Все как обычно. Еще вспомнил, что он в садик ходит. И на садике снежинка. Снежинка – это, пожалуй, зацепка. Конечно, можно полдня на это потратить, но... Отправлю помощников искать садик со снежинкой. Ребята, спуститесь-ка вниз. К вечеру помощники нашли детский сад «Снежинка» и поговорили с воспитательницей. Конечно, знаком. Это же Севочка. Севочка Семагин. А что случилось? Вы кто? Частное детективное агентство. Мы разыскиваем его родителей. А что их искать? Они в Азалии работают, ресторан здесь недалеко и живут в тех домах. А с ними все в порядке? Это мы и хотим выяснить. Скажите, у Севы благополучная семья? Я бы так не сказала. Маша, его мать, официантка, а Ренат, отец, музыкант. Но он пропащий человек. Почему пропащий? Пьет. И сколько раз за Севочкой под этим делом приходил. Что сразу кричит на ребенка? Ну, а адрес у вас есть этих Семагинов? Пойдемте, сейчас найдем. Их нет, наверное. Через 20 минут помощники уже были на квартире Семагиных. Здравствуйте. Здравствуйте, а мне ничего не надо. Подождите, подождите, мы ничего не продаем. Мы из частного детективного агентства. Мы разыскиваем Марию и Рената Семагиных. Ренат, Маша. А что случилось? Да ничего, пока. Да вы проходите, я квартирная хозяйка. Они уже 2 дня не отвечают на звонки, я волнуюсь, и вот зашла цветочки полить. А-а-а. Заходите, заходите. Просто дело в том, что Маша, она оставила ребенка, ну, Севу у своей родственницы и внезапно куда-то пропала. Родственница теперь волнуется. А разве у Маши есть родственники? Она же сирота, детдомовка. Ребята, что-то вы не договариваете. Простите, как вас зовут? Анна Альбертовна Усачева. Анна Альбертовна, понимаете, Сева не у родственницы. Сева попал к чужому человеку при очень странных обстоятельствах. Да, ну, действительно, это так. Просто мы не можем вам сейчас всех подробностей рассказать, но Сева, он в надежных руках, то есть все в порядке с ним. Ужас какой-то. Не могла Маша Севочку и чужому человеку. Нет. Подождите, у меня был телефон Рената, я сейчас принесу. А можно вы пока комнату осмотрим? Ну, смотрите, раз надо. Спасибо. Я думала, они уехали отдыхать. Пока Усачева ходила за телефоном, Лена сняла на видео семейную фотографию Семагиных. А Иван установил скрытую камеру. На прошлой неделе только отвидались. Ну вот, телефон недоступен. Что за день? О, это Виталик. Привет. А, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, это кто? Частные детективы ищут Семагиных. Мой сын, Виталий. Мы вот на дачу собираемся. Да и мы, наверное, не будем вас задерживать.
Ну а что мне теперь, в милицию идти? В милицию идти не надо. Давайте просто обменяемся мобильными номерами, а в милицию пойдете, если они через 3 дня не появятся. Ну что ж, давайте пишите. Ага. Помощники в машине наблюдали за тем, что происходило в квартире Семагиных. Мам, ну пойдем, ты же сама на дачу хотела. Да какая теперь дача? Видишь, что творится-то? Ну что ты там ищешь? Они же сказали, что позвонят. Ой, слушай. Ты меня уже достал. А ты меня, ну что ты найти хочешь, вот скажи. Слушай, может быть, у них там наркота? Затаскают потом, знаешь. Мам, как? Какая наркота? Поехали. Алло, Игорь Петрович, мы только что были в квартире, где живет Сева, узнали все про его родителей. Значит, родители Мария и Ренат Семагины, я сняла на видео их семейную фотографию. Отец, между прочим, Севы тоже пропал. Да ты что? Ну и как он выглядит? Я думаю, что это не тот человек, которого наша клиентка видела в поликлинике. Не похож совсем. Между прочим, родители работают в ресторане «Азалия», в который мы, наверное, сейчас подъедем. Хорошо. Только давайте очень осторожненько, и пусть идет кто-нибудь один, чтобы не засветиться. Договорились? Хорошо, так и сделаем. Здравствуйте, я Машу Семагину ищу, она на работе, мне по важному делу она нужна. Нет ее. Как нет? Я к ней в гости ехала, она меня пригласила, я приехала, она должна была быть на работе в этот день. Нам нет-то чего, что вы ехали, сказал же нету. Не, ну интересно так, она мне сказала, что она в этом ресторане работает, чтобы я к ней пришла, а ее теперь нету, и что? Ну а я-то при чем, что вам делать? Иди, а? Куда мне, в Чебоксары обратно идти, что ли? Да куда угодно. А Ренат где? И Рената нет. Так, все, ладно, я поняла, извините. Ну как? Живут-то, конечно, богато, но охранник хам. Ты что, жалобную книгу потребовала? Да, 2. Поехали. Игорь Петрович, Семагиных нет на работе уже 3 дня. Хоть что-то узнала. Слушай, Ваня, у меня такое ощущение, что за нами хвост, а? Вот, видишь, машина черная сзади едет. Да. Так, вы там поаккуратнее и повнимательней. Посмотрите, номер сможете увидеть? Ладно, хорошо, постараюсь. Что такое? Только этого не хватало. Ну что там? Да ничего не видно. Номера как будто специально грязью заляпаны. Слушай, может, подпустим его поближе, а? Угу. А если они стрелять начнут, а нам тебе надо? Если стрелять начнут, не надо. Тогда держись. Ну, номеров, конечно, нам не удалось записать. Ну и посмотрим, что есть. Угу. Так, это все, что удалось снять. Стоп. Что такое? Я уже видел эту машину где-то, когда мы к Азалии приезжали. Точно, точно. Она стояла на стоянке, 100%. Да. Угу. Хорошо. Давай посмотрим, что в квартире Семагиных. Ну, проходите, Виктор Дмитриевич. Пожалуйста. Ремонт так и не сделала? Жадничаешь? Так я тут не живу. Пускай жильцы делают. Да. Вот их визитка. Говоришь, смотрели все? Да, вещи смотрели, но правда при мне. Главное, душа болит, что Севочка какого-то чужого человека. А почему не спросила, у кого? Так у них же следствие. Не могут то разглашать. Ладно, разберемся. Держи. Ой, да что вы, Виктор Дмитриевич. Держи! Да ну прям как бы даже неловко. Да. А ремонт сделай, а то обои висят. Ну да. Детектив Лукин разыскивает мать Севы Семагина, которого она оставила в детской поликлинике. Квартирная хозяйка Семагиных, Анна Усачева, также несколько дней не видела родителей мальчика. В ресторане, где работают Семагины, они тоже не появляются. Да. Алло, Игорь. Да, Рада Львовна, слушаю вас. Она мне звонила, эта девушка. Так, и что сказала? Ничего, через пару дней заберет Севу. Извиняется, что так вышло. Номер определился? Нет, но звонила она с улицы.
Да, там машина еще проехала, когда она прощалась. Шумно было. Ну, хорошо, Роза Львовна. Я вам перезвоню. Всего доброго. Утро доброе. О, Игорь Петрович, доброе утро. Кофе хотите? С удовольствием. А у меня для вас две новости и один сюрприз. Ну, первая новость – это то, что вчера за мной тоже пытались следить. Новость вторая. Я заметил номер машины. Ну, сейчас я понимаю, будет сюрприз. Догадываешься, какой? Что машина имеет отношение к Азали? Самое непосредственное. Машина принадлежит хозяину этого заведения, Кравцову Виктору Дмитриевичу. Подождите, а это вот не тот человек? Да, да, именно тот человек, который вчера приходил к Усачевой. Что-то я увязать не могу. Если Маша ушла от мужа, почему хозяин ресторана-то ее искал? Ну и, по-моему, официантка не такой уж важный сотрудник, чтобы хозяин сам разыскивал ее по районным больницам. Мне кажется, здесь никакого семейного насилия. Здесь какая-то интрига. Так что садитесь сейчас на телефон и начинайте обзванивать скорой, больницы, морги. Ну, а я по своим каналам пробью этого Кравцова. Игорь Лукин позвонил своему другу Семеновичу и получил полную информацию о Викторе Кравцове. Значит, говоришь, сидел за разбой? Понятно. Тот клиент, как говорит, на бандита похож. Ну, а что с рестораном? А, деньги отмывает. Ну, что ж, и с этим понятно. Хорошо, Семенович, спасибо. У нас гости. Господин Кравцов собственной персоной. Прошу вас. Севка где? Во-первых, здравствуйте, Виктор Дмитриевич. Чего? А? Знаешь про меня, детектив? Ничего, моя охрана тоже шуршит. Где он? Кто он? Ты меня за идиота не держи, не люблю. Сколько? Да нисколько. Значит, так скажешь. Осуждаю! Нет, теперь сам все будешь говорить. Пусти! Зачем тебе Севка? Да сын он мой, сын! О, а Ренат? Откуда я знаю, кто он? Да ладно, пусти, все расскажу сам. Да, отпустим его. Ну что ж, прошу в мой кабинет. И молодому скажи, пусть выпить принесет. Может, еще тазик оливье принести? Или закусывать не будем? Ты мне по баклане еще. Вы, наверное, забываете, Виктор Дмитриевич, что вы не у себя в ресторане. А это не ваш официант, а мой помощник. Так что прошу в кабинет. Ну и зачем вам Сева? И какие у вас отношения с Машей Семагиной? Короче, слушай. Жили мы с Машкой 5 лет назад. Угу. Потом поссорились, разошлись. Она стала с этим уродом жить. Это с каким уродом? С натуральным. С Семагиным алкашом. Ну я жалел ее. Она сирота. Помогал ей. Квартиру нашел. Это вы про квартиру Усачевой? Угу. Я сидел с ее мужем. Помог ему. Ну, не важно. Короче, Ренат к ней переехал. А потом Севка родился. Ну, Маша-то что говорит? А ничего не говорит. Она же у нас гордая. Тихушница. Ну и, короче... Я и был уверен, что отец он. А тут в среду утром охрана мне сказала, что Семагин по пьяни трепался, будто Севка не его родной сын. А отец вы? Не знаю, не говорили. Но я могу быть отцом, в принципе. Интересно, вечером сказали, а на утро оба исчезли. Да это из-за меня она. Я наорал на нее, что она сразу не рассказала. А она в истерику. Говорят, Семагин ее побил. А тут еще я. Я в гневе страшен. Он, я думаю, что Машка испугалась, вот и... А я думаю, Ренат ведет какую-то свою игру. Может быть, он решил вас шантажировать, поэтому и слух пустил, а? Хотел бы я на это посмотреть. Да нет. Дело в том, что... Севка-то на меня как две капли воды похож в детстве. Вот он в чем дело. Кстати, где он? Я заберу его. Ну, это исключено. Почему? Вот найдется Маша, с ней решайте. А пока он у надежных людей. Конспираторы. Ну, давай искать, что? Какие есть мысли?
Мысли? Мысли пока такие. Я думаю, что или Ренат, или Маша общаются с кем-то в вашем заведении. Есть у них там свои люди. Так что надо поставить оборудование. Ну так что, сидим? Пошли. Кстати, заодно и пообедаем. Оливье, будешь? Лукин продолжал наблюдать за квартирой Семагиных. Он обратил внимание, что Анна Усачева вновь пришла к своим квартирантам. Доски на балконе. Знаю я. Осторожней! Ой, бестолочь. Не протолкнешься тут. Завалил весь балкон хламом. А Маша так и не появлялась. Маша. Я пока в ресторане работала, насмотрелась на этих Маш. Что ты насмотрелась? А то, что если бы ты такую привел, я бы тебя из дома выгнала. Да я бы сам ушел. Что? Я тебя дам! Он бы ушел. Я для тебя все, а ты? Ну, хватит лить в мою личную жизнь. Давай я сам разберусь. Что? Это какая у тебя еще личная жизнь? Личная жизнь у него. Я тебе дам личная жизнь. Учиться надо, а не по девочкам бегать. Да ладно. Личная жизнь у него. Буду я учиться. Угу. И еще раз учиться. Вот-вот. Вот и правильно. Личная жизнь у него. Ну и что у вас? Кажется, Кравцов вас полюбил. Вот презент от него. Фирменная выпечка. Можно сказать, я тронут. Что нам делать? Что делать? Мне кажется, Усачева больно зачастила на квартиру к Семагиным, а? Надо бы и вам за квартиркой последить. Так что отправляйтесь туда. И пирожные забирайте, чтобы вам веселее было. Спасибо. Лукин позвонил Виктору Кравцову. Может, у вас есть что-то новенькое? Ромашку? Нет. Блин, стекло мне разбили только что! Да как? Да как, вот! Сажусь в машину, цинкнуло что-то, стекло в трещинах. Лада, ты позвонил, я за мобильником нагнулся. Так что, вас стреляли? Не знаю. Нет, погоди. А это что? Охранник нашел гайку в бумажке. Возле колеса лежала. Какая-то листовка рекламная. Блин, подростки совсем обнаглели, беспредельщики. Вот что, Виктор, вы эту гаечку не выкидывайте и листовку тоже оставьте на всякий случай. А что? Ну, есть у меня одна версия, потом я вам расскажу. Ну, конспираторы. Ладно, сейчас сам привезу. Хорошо. Игорь Лукин разыскивает мать Севы Семагина. Родители Севы, Маша и Ренат, работают в ресторане, где их не видели несколько дней. В процессе поиска детективы замечают, что их преследует автомобиль с заляпанными грязью номерами, а в детективное агентство пришел хозяин ресторана Виктор Кравцов, который заявил, что он отец Севы. Вань, так это же Ренат мимо нас прошел. Вот это да, надо звонить Игорю Петровичу. Игорь Петрович, мы только что Рената видели. Так, и что? Да вот он зашел в квартиру, что-то ищет. Присмотрите за ним, мне надо с ним поговорить. Да он вроде пока никуда не торопится. Ну и хорошо, значит, будьте на месте, не упустите его, я уже выезжаю. Понял. Где он? Пока еще там. Не-не, смотрите, он уже выходит из квартиры. Угу, замечательно. Пойдем. Ренат, че? Мне поговорить с вами надо, Ренат. Вы муж Маши? Ё-моё! Вот это да! Тихо. Лена, срочно скорую! Ё-моё! Тихо. Смотрите. Вот это да. Вы кто? Вот это да. Маша, где? Не знаю. Тихо, не двигайся. Ругались мы. Да, улица Громова. Тут во дворе детский сад. Да, сейчас будет скорая. Отлично. Вот, посмотрите. Эту гаечку вчера запустили в Кравцово. Мне сегодня утром привез. Странно. Это, получается, кто-то хочет убить Машиного мужа и отца ее ребенка. Да, может, сама Маша пытается.
А что, достали ее? Она набрала гаек, взяла рогатку, давай всех мочить. Ну, ничего смешного, между прочим, нет. Если человек из детдома, это абсолютно ничего не значит, Ваня. Хотя ты говоришь, рогатка? Рогатка. Рогатка – это мысль. Да чего я сказал-то такого? Посмотрите на гаечки. Что вы можете о них сказать? Ну, окислились. Может, в воде лежали, может, на воздухе. Молодец. Молодец, Лена, будет тебе премия. Я, кажется, знаю, кто стрелял, и знаю, где находится Маша. Алло, Виктор Дмитриевич. Здравствуйте, Лукин беспокоит. Скажите, вы знаете, где находится дача Усачевой? Угу, так. Да, запомнил. Да нет, нет, вам туда ехать не надо. Хорошо. Едем на дачу к Усачевой? Вот именно. Что, сидим? Вперед. Через 2 часа детективы были на даче Анны Усачевой. Здравствуйте, Анна Альбертовна. Добрый день. Здравствуйте. А вы как меня нашли? Да нам Кравцов сказал адрес вашей дачи. Как, Виктор Дмитриевич? Вам? Да. А что случилось? Вы нашли Машу и Рената? Дело в том, что Ренат в больнице лежит. А Маша, я думаю, где-то здесь у вас на даче. Да вы что такое говорите? Я знаю, что я говорю. Вы позволите осмотреть территорию и дом? Ну, конечно. Ну, пожалуйста, да я сама вам все покажу. Фу, это замечательно. Ну вот, пожалуйста, это наш участок. Смотрите. Никого, Игорь Петрович. Понятно. Было бы странно, если бы вы здесь нашли ее. Анна Альбертовна, а вот за заборчиком там что? Там заброшенная дача. Хорошо, пойдемте назад. Просто странно даже. Ну вот. Очень жаль. Очень жаль, что я так и не нашел Машу. Отчего это жаль? Что это? Ее лишают родительских прав. И завтра Севу увезут в приют. А в приюте им будет ой как несладко. Я вам говорю, как частный детектив. Да при чем здесь? При чем здесь приют-то? А если бы я ее нашел, то смог бы ей помочь. Пусти! Ой, Маша! Не слушай его, на Кравцова шестерит! Кто шестерит? Сева, куда не увезут? Никуда не увезут. Это я просто так сказал. Ну что вы? Виталий, да ты что, что ты сделал? Сева. Зачем она тебе нужна? Ребят. А, ты что, это за нее? Видите, Маша, в машине. Сейчас к Севе поедем. Зачем она тебе нужна? Мама, отстань, ничего ты не понимаешь. Зато я все прекрасно понимаю. Ой, да Юрий, я же для тебя все. А ты же меня просто предал. Ну что ты наделал? Люблю я ее, люблю. Мы поженились, и Сева стал бы моим сыном. Да только ты ей не нужен, ведь так? Да, так. Кому нужен маленький сынок? Ну что? Ренат хотя бы денег приносил, когда не пил. Убил бы его за то, что он одна Маша издевался. А Кравцова? А Кравцова, он же отец Севы. Я боялся, что Маша к нему уйдет. Эх ты! Маша! Ну что случилось? Что ты как сумасшедшая? Что? Это не я. Мне сказали, что ты охрану на уши поставил, что сына у меня отобрать хочешь. Ты так орал. Кто тебе так сказал? Спокойней, Виктор Дмитриевич, спокойней. Ну, что мне с тобой делать? А Севка мой сын. Севка мой сын? Ну, а чего ж ты молчала-то? А как бы я тебе сказала? Мы поссорились, ты сказал, что я дура. Ой, ну не дура, не дура, не дура. Так, дурочка. Поехали. Садись. Все, пока. Я так и не поняла, что мы с Ваней такого сказали? Ну, Ваня сказал про рогатку. А ты сказала, что гайки долгое время хранились на воздухе. И к тому же Виталик в тот день с матерью приходил домой и выходил на балкон. А, так он на балконе гайки нашел. Да. И еще мотив. Я подумал, что совершить это мог только тот, кто хотел избавиться. И от Виктора, и от Рената. Ну, это хорошо, что у Маши удалось вырваться тогда на даче. Да, Маша, это вообще чудо в перьях. К тому же Виталик ее так запугал, что она просто впала в панику. Она носилась по городу и думала, что за ней следит служба безопасности этого Кравцова.
Но потом зашла в поликлинику, подслушала разговор двух мамаш про Розу Львовну. Ну и решила, что у Кудиновой будет ребенку безопасней. А сама спряталась на даче, да? Да это Виталик ее уговорил. Говорит, я тебе и денег привезу, и в соседний город к тетке переправлю. Ну, хотел перед ней выглядеть таким героем. Ты идиот. Маша развелась с Ренатом Семагиным. Кравцов оформляет документы, подтверждающие его отцовство. Виталик переехал в другой город к родственникам. Извините, ради бога. Да ладно, ничего страшного. Сама виновата. Да что ж собирать-то, так выкинуть просто. Ну да, осталось выкинуть. Дорогая штука, наверное. Ну, хотите, я новую куплю? Да ну, перестаньте. Она не такая уж и дорогая была. А все равно я искала балерину, а у них одни пастушки. Да. Извините, а вы что, балерин коллекционируете? Что, я вообще коллекционировать терпеть не могу. Это я для бабушки брала. Ага, бабушка коллекционирует? Да нет, просто у нее балерина была любимая статуэтка и пропала куда-то. Да у нее вообще в последнее время пропадает все куда-то. Как это пропадает? И куда, интересно, все пропадает? Ну откуда я знаю? Старый человек. Вроде пропасть-то некуда, она же переживает, потому что вещи, ну, любимые, старые. Ну, вы знаете, мы вообще-то работаем в детективном агентстве, но я не думаю, что вы с этим делом будете обращаться к частному детективу. Вы детективы? Ну да. Я не слышала, что есть частные. А вы бы занялись такого рода делом? Да, конечно, почему нет? Ну, я бы зашла. Вот карточка. Ага. Заходите. На следующий день Катерина пришла в детективное агентство. Я хотела сделать заказ на расследование. Можно? Ну, почему же нельзя? Конечно, можно. Рассказывайте, что у вас случилось. В общем, у меня на попечении две старушки. Бабнюта, Анна Дмитриевна, это моя родная бабушка, и Вера Васильевна, ее подруга. Ну, я ее зову просто Веруночка, с детства так. Вот, и у них стали пропадать в последнее время вещи. Вот самое странное, что пропадают они как-то вот одновременно. Хотя вот бабушки живут в разных домах, но в одном районе. А что, дорогие старинные вещи? Да в том-то и дело, что недорогие так, безделушки, но им они дороги. Ну, понимаете, как всю жизнь они с этими вещами потом переживают. Вы вот что, напишите мне адреса своих бабушек, телефоны все свои обязательно напишите. Это, я считаю, очень важное дело, если кто-то портит жизнь двум пожилым женщинам. Мы обязательно разберемся. Хорошо, вы знаете, я дома уже написала на листике. Вот сейчас. Вот здесь бабушкин адрес, Веры Васильевны. И вот я написала вещи, которые пропали. Правда, я конкретно не знаю, у кого что. У них уже поподробнее спросите. Но так все их записала. Вот у одной пропала балерина, статуэтка, шкатулка и серебряная ложечка. А у второй веер,
бинокль театральный и пудреница. Вот. Хорошо, мы разберемся. Ну а как же? Вот же они и стояли, мои любимые, а сейчас их нет. По поручению Насонова Юля пришла домой к бабушке Катерины Анне Дмитриевне. Помощница установила в квартире скрытую камеру. Да чего ж она была прелестна. Я сама-то никогда не танцевала, тяжеловато была, а так мечтала танцевать. Анна Дмитриевна, а давайте вспомним тот день. А у вас был кто-нибудь в доме? Может быть, гости приходили? Да что ты, деточка, какие гости в моем возрасте? Да никого у меня нет. Слава Богу, Бог дал внучку Катюшу. Вот она меня, правда, часто навещает, не забывает. Угу. Да еще подруга всей моей жизни, Верочка, тоже иногда ко мне приходит. Ясно. И все-таки вспомните, может быть, что-нибудь необычное происходило? Звонки в дверь, например. Может быть, из собеса кто-то приходил? Ой, о чем-то вы говорите, из собеса. Разве их допросишься, чтобы они пришли? Нет. Но вот вы сказали, ты сказала мне, дочка, про необычное? Угу. Да, пожалуй, было необычное. Что? В этот день у меня стал заедать замок, и пришлось вызвать слесаря. Он у нас такой, ой, глаз дикий, зверь. Ну, пришел слесарь и что сказал? А он ничего не сказал. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Погремел, попыхтел железками и ушел. А вы не помните, статуэтка пропала до прихода слесаря или после? Ой, дочка, чего не знаю, того не знаю, врать не буду. Анна Дмитриевна, а вот когда другие вещи пропали, замок тоже заедал? Да нет, Ильдар хоть и аспид, но дело свое хорошо знает. Но если уж он отремонтировал, то это надолго. Анна Дмитриевна, а вот если все эти ваши пропажи взять и сдать в комиссионный магазин, дорого выйдет? Да что вы, дочка, нет, в то время они вообще были в каждом доме, и стоили они недорого. Вот у моей Верочки, она всегда шик любила, угу. У той пропали вещи, пожалуй, подороже будут. У нее пропал театральный бинокль, угу. А он перламутровый, сейчас, наверное, дорого стоит. И у нее еще пропал гребень, что ли, а может быть, веер, я, честно говоря, забыла. Я буквально несколько минут и дальше по своим делам. Иван отправился ко второй пострадавшей пенсионерке, Вере Васильевне. Ваше расследование приведет к каким-то результатам. Ну, отлично. Несколько вопросов вам задам. Задавайте, задавайте. А вы давно на этой службе? Вот. Уж очень вы молоды. Или это не играет никакой роли в вашей работе? Честно говоря, не играет. Давайте все-таки ближе к делу. Итак, в течение последней недели у вас пропали следующие вещи. У меня пропали три вещи. Это веер, театральный бинокль и пудреница. Угу. Все эти предметы лежали вот на этом столике. Понятно. Еще вопросы будут? Для начала, кто бывает у вас в квартире? О, молодой человек, это такой бестактный вопрос. Извините, этот вопрос я обязан задать. Он не из праздного любопытства. Дело в том, что... Мы расследуем кражи, и нам необходимо очертить круг подозреваемых. Ах, Вабет, вы знаете, но это гораздо все печальнее. Дело в том, что ко мне заходит Катюша. Это очень хорошая девушка. А она мне так во всем помогает. Я ее благодарю за ее доброту, за ее чуткость. И еще Анюта. В последнее время она, правда, редко у меня бывает. Ленится из дома выходить. Последний раз она у меня была, кажется, месяц тому назад. А больше никто не бывает. Хорошо, а кто-нибудь из посторонних? Ну, соседи, например, врач из клиники, дворник. Дворник? С какой стати ко мне должен приходить дворник? Ну, вы знаете, что нет, у меня никто не бывает. Раз я сказала, никто не бывает, значит, никто не бывает. А странные звонки бывали у вас, когда звонят и в трубку молчат? Нет, странных звонков по телефону не было, а вот в квартиру звонки странные были. Я, правда, не открывала никому и даже не спрашивала, кто там. Вы знаете, порядочные люди обычно договариваются по телефону о своем визите. Помощница побеседовала с соседями Анной Дмитриевной по подъезду с целью узнать, не было ли в последнее время квартирных краж. Катерина и Анна Дмитриевна ключи не теряли, поэтому все в порядке. Про Ильдара поспрашивала и у соседей, и у Анны Дмитриевны. Все им страшно недовольны. Надо про этого Ильдара все выяснить. Хорошо, я тогда еще у соседей поспрашиваю, пока Ивана нет, а потом мы вам позвоним.
Пока Вера Васильевна открывала дверь, Иван установил у нее в комнате камеру наблюдения. Прощаясь в прихожей с хозяйкой дома, помощник детектива обратил внимание на почтальона Клаву, которая принесла Вере Васильевне пенсию. Вера Васильевна мне рта не дала раскрыть. У меня чуть мозги не закипели. Ну, в общем, факт первый в том, что она искренне верит, что у нее в квартире никого не бывает. Но она не обращает внимания на визиты таких людей, например, как почтальон. У меня тоже есть информация про слесаря. Вот что удалось узнать. Ильдар, приезжий, в РЭО устроился работать недавно. Отзывы о нем отрицательные. Один из жильцов дома жаловался, что слесарь стащил у него новые дверные ручки. Вот как. Тогда займемся Ильдаром. Начните с РЭО, найдите его, познакомьтесь. Хотя Слава представляет, зачем ему нужны вещи старушек. Кстати, узнайте рыночную стоимость пропавших вещей. О том, что вы из детективного агентства, не говорите. Представьтесь новоселами, которые интересуются хорошим слесарем. Детектив Алексей Насонов расследует квартирные кражи у двух пожилых женщин, которые проживают в разных квартирах в одном районе. Странность краж в том, что пропали вещи не ценные, а скорее сувенирные, дорогие сердцу. Почерк вора удивительно схож. Ни в той, ни в другой квартире двери взломаны не были, а вещи пропали не сразу все, а с загадочной очередностью. Под подозрение попадает слесарь Ильдар, который незадолго до пропажи вещей был в квартире у одной из потерпевших. Помощники детектива выяснили, что машину Ильдара видели у служебного входа в комиссионный магазин и отправились туда. Но Ильдар уже уехал, а заместитель директора к долгим разговорам был не расположен. В магазине прорвало трубы. Мы по личному вопросу. Мы разыскиваем Ильдара, он слесарь из РЭО. Говорят, что он у вас был. Ильдар? Да. Был да всплыл. Только порог переступил. На какую-то аварию вызвали. Только его и видели. Так что извините. Подождите, а он к вам по личному вопросу приходил или по работе в связи с поломкой какой-то? Я уже и сам не знаю, для чего он приходил. Ведь мы ж к нему со всей душой ни в чем не отказывали. Даже на нарушения шли. Ну, небольшие. Простите. А он? Простите, а что за нарушения, я не понял? Ну, что тут непонятного? Вместо того, чтобы отремонтировать то, что сломано, он разгуливает, рассматривая экспонаты. Знаток хренов. Ну что, он какие-то вещи старинные на продажу приносил? А не приносил что, ли он... Что, ребят, проблем выше крыши. Не до вас, горим. Извините. Все, пока. Выяснив в РЭО, где произошла авария, помощники приехали на место в разгар ремонтных работ. Им показали Эльдара, но он был очень занят. Пробей канал! Канал пробил? Пока Ильдар что-то выяснял у своего коллеги, Юля установила в его машине подслушивающее устройство. Должен быть толстый трос у тебя или съездить за ним? Сейчас, подожди, сейчас я мигом. Помощники установили за слесарем Ильдаром наблюдение. Подслушаем. Нет, сегодня никак не получится. Авария у нас. Только если ближе к вечеру. Ну, конечно, не за спасибо. Когда я за спасибо? Я тут тебе одну вещь достал. Привезу. Случайно в руки попалась. Старинная. В отличном состоянии. Да. Похоже, наш Ильдар, кроме сантехники, еще и антиквариатом занимается. Смотри, ты поворачивай, да? К дому, значит, он здесь живет. Помощники нашли квартиру Ильдара и сообщили Алексею Викторовичу о странном телефонном разговоре. Насонов решил сам навестить увлекающегося антиквариатом слесаря. Это не работа, это я так, для души, так сказать. А, понятно. Да. Днем для денег, а вечером для души. Во-во, самый раз. Целый день, как угорелый, носишься. Все деньги, деньги. Ну и без этого теперь никак, сам понимаешь. А вечером вот отдыхаю. Что мастерить? Дорога железная будет, старинная. Для внука готовлю. Обещали на каникулы в гости привезти, в город. И что ему этот город, а? Вот пусть поиграет, мальчишка же. А семья большая у вас? Не, пока не очень. Первый внук, 3 года. Смышленый парнишка, весь в меня.
Задумку имею, хочу их сюда в город привезти. Но деньги нужны, хотя бы на первое время, пока устроятся. Вот на трех участках и колымлю. Ильдар, а вот в комиссионном магазине на вас жалуются. Вот жук, он еще и жалуется. Я ему сколько раз говорил, трубы надо менять. Не так уж и дорого. Я ему могу со склада достать. Не бесплатно, конечно же. Он все жмется. Ты уж, говорит, как-нибудь потихоньку. А что потихоньку? Вот вам и потихоньку. Сегодня канализация у него прорвало. Завтра вообще все затопит. А ведь там вещи красивые, старинные стоят. Все же погубит, гад. А потом скажет, Эльдар виноват. Алло, Анна Дмитриевна, у меня к вам один вопрос. Эльдар что-нибудь в квартире у вас чинил? А в комнату он проходил? Слава богу, никогда. У него такие чудовищно грязные ботинки. Ну ладно, кафель в ванне там протереть легко. Или на кухне линолеум. А в комнату? Да я его ни за что не пущу. Да, похоже, Эльдара мы подозревали напрасно. У нас есть интересный материал с видеокамеры, который мы установили у пожилых дам. Да, на одной ничего интересного, вот на второй. Ну, давайте показывайте. Детективы посмотрели запись камеры наблюдения из квартиры Веры Васильевны. К пенсионерке заходила почтальон Клава. Вера Васильевна оставляла ее в комнате одну, то есть у Клавы была возможность похитить дорогие сувениры. К тому же она проявляла явный интерес к чужим вещам. Насонов поручил помощникам установить наблюдение за Клавой. Коллега Иван в прошлый раз видел у вас почтальоншу. Она у вас часто бывает? Заходит, заходит. Угу. Ну, надо же с человеком поговорить. Ну, я же все-таки одна живу. Угу. Хочется перемолвиться словом. Угу. Ясно. Ну и как она вам? Ну, как может нравиться необразованная, неграмотная женщина? А дом Анны Дмитриевны она тоже обслуживает? Ну, пенсию приносит, да? Она, да. Бывало, вот по полдня ее нету. Сидишь, ждешь, звоню Анюте. Раз она у Анюти, значит, считай, через 3 часа будет у меня. И наоборот. Ну, понятно. Вера Васильевна, спасибо вам большое. Печенье очень вкусное. На здоровье, деточка. Побегу, мне пора. Заходите, пожалуйста, деточка. Обязательно. Помощница детектива проследила за Клавой и выяснила, что та зашла в квартиру 45. Юля дождалась Клаву на лестнице и подложила ей в сумку прослушивающее устройство. Вы аккуратнее, а то чемодан у вас тяжелый. Спасибо. Иван наблюдал за почтальоном из своей машины. После визита в 45-ю квартиру Клава отправилась в ломбард. Помощник услышал ее разговор с приемщицей. Что у вас там на сей раз? Вещи хорошие, чистые, высокой пробы. Ну, допустим, не вам судить. А то специалисты есть у нас. Давайте посмотрю. Так. Угу. Ничего хорошего могу вам сказать. Тут царапина, тут вот вмятина тут. 500 рублей. Будете сдавать? Как же так? Ведь в прошлый раз. Ну, в прошлый раз. Почему здесь в прошлый раз? Я вообще тогда вас вещи брать не хотела. Сами знаете причину. Так будете сдавать или нет? Паспорт давайте. Вот, пожалуйста. Алексей Викторович, Клава только что была в ломбарде, сдавала какие-то вещи. Судя по разговору с приемщицей, она здесь бывает достаточно часто. Как только она выйдет из ломбарда, зайди туда, разведай обстановку и постарайся узнать, что она сдала. Добрый день, я из частного детективного агентства. Вы не могли бы мне ответить на несколько вопросов? Скажите, пожалуйста, к вам только что женщина заходила, она сдавала какие-то вещи. Вы не могли бы сказать, какие именно и часто ли она здесь бывает? Молодой человек, у нас все по правилам, понимаете, как у нас все очень персонально, персональная этика, все очень серьезно и строго. Паспорт предъявила, в паспорте прописка и все остальное, да, как бы откуда вещи она взяла и какие вещи, как бы, это не наше дело уже абсолютно. В последнее время вам никто не сдавал статуэтку балерины? Ну, сдавали, было дело. То ли балерина, то ли нимфа, я не помню уже. Спасибо. Помощники продолжали наблюдение за Клавой. Вань, смотри, это она. Давай ты иди, потому что меня она уже видела. Иду. Интересно, что у нее в толстой сумке на ремне. Давай, давай, давай. Детективы расследуют квартирные кражи у двух пожилых женщин, которые проживают в разных квартирах в одном районе.
Странность краж в том, что пропали вещи не ценные, а скорее сувенирные. Ни в той, ни в другой квартире двери взломаны не были, а вещи пропали не сразу все, а с загадочной очередностью. Детективы подозревают в причастности к кражам почтальона Клаву, которая разносит пенсию обеим старушкам. Помощники следят за Клавой и обращают внимание на ее странные действия, не связанные с основной работой. Иван проследил за Клавой и зашел вслед за ней на почту. Пока Клава относила что-то в подсобное помещение, Иван успел рассмотреть содержимое ее сумки. Оно было не совсем обычным. Кроме газет и писем, помощник детектива обнаружил там меховой воротник, зимнюю шапку, коробку конфет и сверток в подарочной упаковке. Да, интересно, шапка меховая, какая-то коробка конфет. Что это вообще такое? Это что такое? Тебе чего здесь надо? Ой, женщина. Слушай, где-то я тебя уже видела. Вы не подумайте ничего плохого. Просто я смотрю, сумка стоит, а ребята забежали на почту. Я и думал посторожить. Тогда это другое дело. Где ты это уже видела? Да вряд ли. Ты живешь что здесь? Или приезжий? Да нет. И к сумке моей больше не подходи. Да вы что, женщина? Тоже мне сторож нашелся. Да. Отправляйтесь в квартиру 45 и выясните, что там делала почтальонша Клава. Пенсию она разносила накануне. Пожилой инвалид из 45-й квартиры сказал помощникам, что никакие вещи из его квартиры не пропадали, а Клава часто выполняет его просьбы и очень помогает всем пенсионерам. За нас, стариков, борется все время. Она все делает для нас. Подстаканники у меня серебряные. Я хотел их заложить. Я попросил ее, она это сделала. И она по вашей просьбе в ломбард ходила? Ну, конечно, по моей. И знаете, в этот же день она позвонила мне и сказала, что вот сдала и вечером денежки принесет. Вот так. Ладно, спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Ну, заговорил я. Всего вам доброго. Ничего страшного. До свидания. Спасибо. Ищите. Вечером того же дня в офис детективов пришла расстроенная Катерина. Извините, что поздно. Присаживайтесь. В больницу бабушку отвозила. Сердечный приступ. Сказали, если бы чуть позже привезла, то не спасли, может быть. А что случилось? Опять какая-то вещь пропала? Дурь. Фотографии дедушки украли. Единственная фотография была, она у нее на столике стояла, прямо около кровати. Она перед сном с ней разговаривала каждый вечер. Ощущение, как будто просто угробить человека хотят. Вы не расстраивайтесь, Катерина. Поезжайте домой, отдохните. Найдем у балерины вашей бабушки, да и дедушку найдем. Пойду все равно завтра в больницу за бабушкой опять ехать. Не хочет лежать. Говорит, дома будет лечиться. Ну ладно. До свидания. Спасибо. До свидания. Внимательно посмотрев еще раз запись камеры наблюдения, Алексей Викторович убедился в том, что в день пропажи фотографии к Анне Дмитриевне приходили только Катерина и Вера Васильевна. Насонов решил встретиться с Верой Васильевной. А с Анной Дмитриевной вы с детства дружите? Да. Она пришла к нам в 5-й класс. Была такая скромная, боязливая, всего боялась, но с тех пор мы с ней дружим. Сколько много у вас фотографий? А школьных не осталось? Нет, школьных нет. Была одна фотография с выпускного, но куда-то задевалась. А раньше же мало фотографировали. Не то, что теперь. А мужа Анны Дмитриевны тоже с детства знаете? Вы ведь вместе учились? Да, учились. Но я не общалась с ним в школе и никогда его не замечала. А школьных фотографий мужа Анны Дмитриевны не осталось у вас? Интересно, а почему вы спрашиваете об этом? Да вот в чем дело. У Анны Дмитриевны пропала фотография ее мужа. Вдруг бы у вас нашлась, вот она обрадовалась бы. Нет, у меня нет фотографии, быть не должно. Кстати, нашлась копия этой фотографии. Катерина сегодня же отвезет ей в больницу. Как копия? Не может этого быть. Она была единственная фотография. Она же говорила, что единственная. Вот значит как. Я буду вынужден сообщить своей клиентке,
о том, кто похитил у нее семейные ценности. И вообще, как же у вас рука-то поднялась украсть единственную фотографию ее мужа у своей лучшей подруги? Вы знаете, у меня у самой камень на сердце. Я вас очень прошу, только не говорите Аннушке. Только не это. Хорошо. Я обещаю вам, что не скажу ничего Анне Дмитриевне. Сейчас это ее, конечно, добьет. Нет прощения. Я чуть не погубила свою лучшую подругу. Ну, конечно, она тоже виновата передо мной. Она это знает. Но уже прошло столько времени. Уже пора забыть об этом. И уже ничего не изменишь. А вещи-то у вас здесь, в квартире? Давайте-ка я их заберу. Вот такая сердечная драма пролегла между вашими бабушками. Дедушка-то ваш сначала ухаживал за Верой, а женился на Ане. Вера Васильевна простить не могла, всю жизнь терпела, продолжала дружить. Вот на старости лет решила украсть фотографию, отомстить, так сказать, за кражу возлюбленного. Да. А зачем веера вот эти балерины все? Ну, это она для конспирации, чтобы на нее не подумали. Мы же не подумали. Ну да. И как вы догадались? А когда я был у Веры Васильевны дома, я смотрел ее фотографии. И заметил, что некоторые фотографии порезаны, ну, как будто кого-то отрезали. На некоторых заштриховано лицо какого-то молодого человека. И нашел еще одну фотографию, сама Вера Васильевна не заметила. Она подклеилась к другой. Так вот, там молодая Вера стоит в обнимку с молодым человеком. Вот оставалось только узнать, не муж ли это вашей бабушки. Но тут Вера Васильевна сама себя и выдала. О, как. С ума сойти. На следующий день детективу принесли посылку. В ней театральный бинокль и записка. Надеюсь, эта вещь пригодится вам в вашем нелегком деле.